дагестанцы, азербайджанцы. Короче, здорово, астраханцы! Ну что, будем знакомиться с азербайджанцами. Ильгар и Нарима. Два азербайджанских актера, которые знают всего три слова на русском языке. Ильгар, мы сегодня выиграем? Да. Есть тут лучшая команда нас? Нет. Анфиса Чехова? Секс. Продолжаем. Алишка, гимнаст нашей команды. Очень хорошо садится на мост, но есть проблема, он не может с него выйти. Люцал, он от бабушки ушел, он от девочки ушел. Азербайджанский колобок со стройным телом. Капитан команды Сёма, типичный азербайджанец. Представьте, на день рождения своей девушки он умудрился продать ей цветы. А вместе мы команда КВН Нефчибаков. Ну что ж, как приехали в ваш прекрасный город, решили сразу по нему прогуляться. Ух ты, как красиво! Вау, клёк! Девушки! Смотри! О, давай! Алекс, что с ним? Ребята, тише! Скинхэд идёт! Скинхэд? Смотрим! Ограбление по-азербайджански! Азербайджанец грабит астраханский банк! Корабле «Титаник» находился азербайджанец. Смотрим! Только здесь не дети! Только здесь не дети! Я сказал, только здесь не дети! А мы, где оно? Поехали туда секунду, что случился? Корабль тоже. Только здесь не дети! Эй! На, поговори! Алло! Да, «Титаник». Да, тонет. Хорошо. Только дети не здесь, здесь не дети, не момент! Ну вот, закончилось наше выступление. И в конце мы хотели бы завершить свое выступление вот этой прекрасной песней «Drink Drop». Ведь именно она будет в исполнении Сафуры звучать в этом году на Евровидении. И мы хотим, чтобы наше сегодняшнее выступление было таким же удачным, как эта песня. Ведь все говорят, что она выиграет.